Уважаемые коллеги, только что завершилось заседание правительства, где рассматривались вопросы занятости населения и мер по стабилизации рынка труда. Вот есть возможность задать вопросы вице-министру здравоохранения и социального развития Нурымбетову Бижану Бидайбекулу, президенту акционерного общества информационно-аналитического центра по проблемам занятости Аргандыкову Даулету Рашидовичу, а также руководителю управления занятости труда и социальной защиты города Астаны Оспанову Ермеку Сабырбековичу. Пожалуйста, будут ли у вас вопросы? Здравствуйте. Алексей Мактюк, Первый канал Казахстана. Хотелось бы узнать все-таки, насколько тяжело сейчас людям, оставшимся без работы, получить новое место работы. Насколько реформы, которые идут от правительства, реализуются на местах? Эффективно ли они выполняются? Спасибо. Нет, спасибо за вопрос. Естественно, сегодня, когда мы говорим о занятости населения, одно дело, когда мы говорим о трудоустройстве безработных, непродуктивно самозанятых лиц, но, естественно, мы уделяем большое внимание трудоустройству высвобождаемых лиц. Хотел бы отметить, что к нам присоединился господин Альтаев Нуржан Бауыржанович, заместитель председателя Национальной палаты предпринимателей. С дополнительным вопросом вы также можете обращаться к нему. Пожалуйста, следующий вопрос. У меня вопрос вот по кредитованию вот на селе. 3 миллиона. Почему, вот мы спрашивали, были жалобы от людей, которые в пригороде Астаны живут. Они говорят, до нас эти деньги почему-то не доходят. Почему люди в пригороде Астаны не могут заниматься этим бизнесом? Я недоответил на первый вопрос, если вы позволите, да? Потому что вопрос был полный. Поэтому, когда мы говорим о занятости, естественно, не только те, которые сегодня стоят на учете как безработные, мы должны обеспечивать занятость тех людей, которые сегодня имеют риск высвобождения или сокращаются на рабочем. Поэтому все наши программы занятости, комплексные планы содействия занятости, они направлены прежде всего и на это. Мы сегодня говорили о том, что сегодня, когда программа занятости – это не только те социальные инструменты за счет бюджета, мы должны охватить все инструменты, все возможности. То есть у нас в стране реализуется очень много государственных, правительственных программ. Мы должны использовать потенциал этих программ. У нас, если на одном предприятии кто-то увольняется, то у нас есть вакансии на других предприятиях. У нас сегодня центры занятости очень активно работают с работодателем в части вакансий. Есть требование закона о том, чтобы на третий день эта вакансия была заявлена в центр занятости. И в прошлом году, например, мы по дорожной карте занятости 102 тысячи человек обеспечили постоянной работы именно на открытые вакансии работодателей. Поэтому оно все взаимосвязано. По нашим программам я хотел вам цифру привести. Вот за 5 месяцев этого года мы 1070 человек, которые сократились, уволились с работы и обратились в центры занятости, мы смогли найти эту работу. Позвольте, я добавлю по примере города Астаны. У нас управление занятости, труда и социальной программы называется. В нашем управлении есть государственные инспектора по труду, которые осуществляют контроль за своевременным предоставлением образовавшихся вакансий в центр занятости. За несвоевременное предоставление информации по вакансиям накладывается штраф в размере 10 МРП на юридическое и физическое лицо. Значит, теперь касательно вопроса по микрокредитованию. Вообще микрокредитование – это как один из инструментов дорожной карты занятости, применяется с 2011 года, и оно называется микрокредитование на селе. Почему именно такой был ориентир взят? Казахша сракойтинзе? Потому что если мы говорим, что вот новые рабочие места, какие-то новые заводы, новые проекты в большей части реализуются в городах, в областных центрах, да, в районных центрах, то на селе мы все должны понимать, что вот генерация новых рабочих мест, она очень низкая, их нет. Поэтому мы больше уделяем внимание именно на поддержку их предпринимательских инициатив. И поэтому наша программа, она ориентирована только на сельское население. Вот мы только в этом году внесли изменения в дорожную карту занятости, где 20% сумм микрокредитования теперь мы будем направлять и на города. И в связи с этим вы имеете в виду те поселки, которые находятся в черте города. Да, Караоткель, да, они являются как бы городскими, хотя они в черте города, но он имеет отдельно административно, как единица, идет поселок или село. Поэтому пока вот город, как Астана или Алматы, он средства на микрокредитование не получает. Но этот вопрос ставится, поэтому мы его рассматриваем в рамках изменения дорожной карты занятости. Ербол Мендвек, Атамекен Бизнес Арнасы. Жалпы, биыл Казахстанда, биылғы жылы жұмыссыздықтың деңгейі қанша пайыз? Екіншісі, биылғы жылы қанша қазақстандық осы жұмыссызбен қамтуын бағдарламасы бойынша жұмысқа орналасады? Және осы бағытта қанша қаражат бөлінді мемлекет тарапынан? Екінші сұрақ, жаңағы Дариға Нұрсұлтанқызы көтерген осы жұмыссыздық
пен күресуге бөлініп жатқан қаражаттың тиімділігін тексеру оған мониторинг жүргізу мәселесі. Осы бойынша Арғындық Дәулет Рашидұлы жауап берсе. Бірінші сұрақ сізге, екінші сұрақ Дәулет Рашидұлы. Біріншіден жұмыссыздықтың деңгейі. Бізде ресми статистика бойынша 2016 жылының 1-90-ның ресми қорытындысы бар. Сол қорытынды бойынша біздің жұмыссыздықтың деңгейі экономикалық белсенді халықтың 0.5%. Санмен айтқан кезде еліміздегі жұмыссыздардың саны 443 мың адам. Бұл жұмыссыздық деңгейі соңғы 2 жыл сол 5%-ның деңгейінде сақталып отыр. Бұл да біздің негізгі мақсатымыз, индикаторымыз, мына бүкіл жұмыспен қамту шараларын біз сол жұмыссыздық деңгейін өсірмеуге жасап жатырмыз. Қанша адам орын алысу жоспарланып отыр? Мен жаңа жоғарыда айтып кеттім, бізде тек қана жұмыспен қамту 20-20 бағдарламасы ғана емес, біз оған қосымша біздің елімізде үкіметтік, мемлекеттік бағдарламалар іске асырылып жатады. Оның аясында жұмыс орындар құрылып жатады. Сондықтан сол жұмыс орындардың мүмкіндігін біз пайдалануымыз керек. Сондықтан біз осы жылдың басында бүкіл өңірлермен жұмыспен қамту кешенді жоспарларын тағы да нақтылап, бүкіл сол бағдарламаның аясында іске асырылатын жобалардың бәрін тізіп шығып, біз мысалы 67 мыңдай адамды біз жұмыспен қамту бағдарламалары ғана емес, басқа мемлекеттік өкіметтік бағдарламалар арқылы жұмыс орналастырамыз. Және де мен жаңа айтып отырмын, бізде кәсіпорындарда жұмыс орындар ашылып жатады. Босап жатады. Заң бойынша 3 күннің ішінде ол ашық вакансияны жұмыспен қамту орталығына хабарлауы тиіс. Мысалы, біз былтырғы жылы тек қана осындай бұны еңбек делдалдығы деп аталады. Келген жұмыссыз адамды кәсіпорындағы бос орынға жолдама беріп жұмысқа орналастырып жатамыз. Былтыр мысалы 102 мың адамды орналастырдық. Осының бәрін шараны қосқан кезде біз осы жылдың ішінде 417 мың адамды осындай жұмыспен қамту шараларымен қамтимыз деп жоспарлап отырмыз. Енді қаражатқа келетін болсақ, қаражат әрине ол мемлекеттің тарапынан төленіп, ол қаражатты қажет ететін құралдарға жұмсалады. Бізде жұмыспен қамту бағдарламасының аясында 2016 жылға қарастырылған бюджетіміз 100 миллиард 800 миллион теңге. Екінші сұрақ бойынша осы жұмыссыздықпен күресуге бөлініп жатқан қаражаттың тиімділігін тексеру, осы сіздерде құзыреттеріңіз аз деп айтты ғой. Осы мәселе бойынша толығырақ түсіндіріп берсеңіз. Бұл жерде былай, біз әрине өзіміздің тарапымыздан берілген қаражаттың оның мақсатты пайдалануын, сапалы пайдалануына бақылау жүргіземіз. Себебі мысалы ол ең бастан басталады. Бүкіл қаражатты берген кезде, мысалы несие беру кезде, несиені жергілікті бюджетке бергенде оны несиелік келісімшарт жасалады. Оның ішінде бүкіл оның қайтарымы, уақытылы, соның бәрі шаралары бар. Ары қарай жергілікті бюджет оны жаңағы өкілетті мекемеге берген кезде несиені тарататын. Оның артасында да келісімшарттар жасалады. Және де несие берген кезде де оның мысалы бизнес жоспарының бәрі зерделеніп, оның жаңағы кепілдік мәселесі де қаралып, оның жаңағы қайтарымы бар, соның бәрі де келісімдерде жазылады. Сондықтан оның бәрі де ресми осындай бар құжаттар арқылы қадағаланады. Оның үстіне бізде кез келген жұмыспен қамту бағдарламасы аясында ақша алған азаматпен жұмыспен қамту орталығы әлеуметтік контракт жасайды. Сол әлеуметтік контрактта әр ай сайын сол азаматтың не жасалып жатқанын бақыланып отырады. Хабарлама алынып отырады. Мысалы, несие алдыңыз ба? Бір айдан кейін не болды? Жұмсадыңыз ба? Жұмысыңыз іске асып кетті ме? Несі оқуға жіберілді ме? Оқып жатыр ма? Кетіп қалған жоқ па мысалы? Жұмыс орналасты ма? Жұмыс істеп жатыр ма? Біз соған дейін тексереміз. Мысалы, бізде әрқайсымыздың жалақымыздан 10%-дық міндетті зейнетақылық жарна аударылады. Сондықтан біз жұмысқа жіберген азаматты есебімізде тұр, ол осындай мекеніміз. Соны біз өзіміздің тарапымыздан жарна аударылу жағынан тексереміз. Сөйтеміз де, ол адам жұмыс істеп жүр ме? Жоқ па, оған дейін тексереміз. Себебі оның жұмыс істеуіне мысалы қаражат жұмсалды мемлекеттің. Әрине, бірақ оны қазіргі бүгін айтылған сын, мысалы бір жоба іске асып жатыр. Айтарлық бір мектепті жөндеп жатыр. Иә, бір мәдениет нысанды ошақты жөндеп жатыр. Соның жөндеудің сапасын тексеруге әрине біздің министрлік ретінде уәкілетіміз кішкене шектеулі. Оны тексеретін құқық қорғау органдары бар, қаржылық органдары бар. Соны қазір ұсыныс жасалып жатыр. Соны тек қана мемлекеттік органдар ғана емес, мына қоғамдық кеңестер, мысалы қоғамдық ұйымдар, біздің жаңағы мысалы әр өңірде өңірлік комиссия бар осы жұмыспен қамту
бағдарымызды. Соның ішіне қоғамдық жаңағы советтер, общественный советтер, соның мүшелерінде қатыстыру керек. Сіз және де біз енді қоғамдық жаңағы кеңестерге ұсыныспен шығамыз, сол осы іске асырылатын жобаларды өз тарапына тексеріп берсе, ол бір тәуелсіз тексерім болатын еді. Соның бәрін бірлесіп, қосып, бақылауды күшейту керек деген мәселе көтеріліп отыр. Жанна Алпызбаева, Атамекен Бизнес Ченел. Можно то же самое на русском? Сколько на сегодня безработных, сколько трудоустроят, сколько денег выделят, когда? Хорошо. У нас сегодня по официальной статистике, она есть за первый квартал 2016 года, уровень безработицы в стране составляет 5% от численности экономического активного населения. В абсолютном выражении это 443 тысячи человек. Что касается планов, сколько мы в этом году планируем охватить мерами занятости. Здесь у нас есть три как бы таких блока. Первый – это наши программы по занятости, дорожная карта занятости, куда выделяются бюджетные средства. И у нас есть ряд инструментов, микрокредитование, обучение, инфраструктурные проекты. Помимо этого, мы большой акцент делаем на использование потенциала тех проектов, которые реализуются в рамках других государственных и правительственных программ. Нурлыжол, ФИР, агробизнес, программа развития регионов и так далее. Мы с регионами очень детально в этом году все просмотрели, и мы по нашему законодательству имеем возможность на этих проектах по новым создаваемым рабочим местам, например, по Нурлыжол, до 15% трудоустроить именно через центры занятости из безработных. И третий момент, мы занимаемся на местах, очень большая работа, называется трудовое посредничество. На предприятиях, помимо того, что вот сокращается кто-то, и вакансии открываются, и любая вакансия на третий день должна быть заявлена в центр занятости. И на эти вакансии мы направляем безработных. И в прошлом году в рамках дорожной карты занятости 102 тысячи человек вот через трудовое посредничество обеспечили работу. И в комплексе, когда мы все эти меры сегодня собираем, в 2016 году мы планируем охватить мерами содействия занятости 417 200 человек. Я думаю, мы это исполним, потому что сегодня, на 28 июня, у нас уже 40%, 167 тысяч человек мы обеспечили. Касательно денег, деньги у нас предусматриваются на дорожную карту занятости, на те инструменты, о которых я перечислил. Бюджет 2016 года с дополнительно выделенными средствами в антикризисных условиях составляет сегодня 100 миллиардов 800 миллионов тенге. Насчет мониторинга и контроля, мы, безусловно, контролируем и мониторим те средства, их эффективность использования, целевое использование. Для этого на каждом шаге выделения денег составляется соглашение, например, кредитное соглашение для выделения денег на микрокредитование. При выдаче уже конечному заемщику тоже есть бизнес-план, который защищается, есть вопросы по залогу, то есть, которые обеспечивают возврат этих денег. Другое дело, теперь мы с каждым, по нашим правилам, с каждым участником программы «Дорожная карта занятости», который получает деньги или на его занятость направляются деньги, составляется социальный контракт. В соответствии с социальным контрактом работник, который закреплен за ним, ежемесячно информирует, взаимная информация, обмен информация происходит о том, как и где сейчас занят нас участник программы. И вплоть до того, если он у нас трудоустроен, у нас есть возможность проверять, действительно ли он работает, потому что мы все перечисляем 10% на обязательные пенсионные взносы, мы интегрировали две информационные базы, и мы ежемесячно проверяем, наш участник программы действительно работает или нет, исходя из отчислений его обязательных пенсионных взносов. Естественно, вот те проекты, которые сегодня реализуются, ремонт инфраструктурных проектов, их качество, оно проверяется также другими государственными органами, также как органы прокуратуры, финансового контроля, счетного комитета. Но сегодня поднимался вопрос о том, чтобы усилить общественный контроль, поэтому мы поработаем над тем, чтобы у нас на всех этих стадиях участвовали члены общественного совета, которые сегодня везде по стране в рамках реформы созданы, и поэтому мы считаем, что и общественный контроль очень важен, это нам даст только положительный эффект, чтобы проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных средств. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, будут вопросы? Можно, пожалуйста. Я хотел вернуться к своему вопросу. Я спрашивал про поселки под Астаной, Ильинка, Талапкер. Они относятся как к Молинской области, районный центр у них в Малиновке. Вот там люди стоят в очередях, они хотят открывать бани, теплицы и прочее, прочее. Когда мы спрашиваем у Акимов, они говорят, нам министерство денег не дает. Я поэтому спрашиваю, дойдут ли до них деньги, дойдут ли они вообще, когда? И второй вопрос у меня к представителю НПП, по Нуреке, я хотел спросить. По 16 миллионам тенге кредитования тоже. Когда
как эти кредиты можно будет получить? Рахмет. Значит, по правилам или как по законодательству, по дорожной карте, если этот поселок относится к Акмолинской области, то никаких препятствий для того, чтобы получить денег, нет. Сегодня возможно было бы говорить, что средства выделены мало. Да? Вот, например, в прошлом году на микрокредитование у нас было 10 миллиардов тенге на всю страну, то в этом году уже 30 миллиардов. Поэтому сегодня, я думаю, вот проблемы недостаточности средств для кредитования нет. Просто здесь, видимо, не совсем сработали районные звенья, поэтому если вы мне дадите конкретные как бы фамилии или поселки, то мы могли поработать с местными исполнительными органами, конкретно с теми районами, к которым относятся данные поселки. По тому вопросу, который вы задали, по 16 миллионам тенге микрокредитования, это реализовывается отдельная программа, программа Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», где мы привлекли средства частных спонсоров, то есть крупный бизнес выделил около 1,5 миллиарда тенге. На эти 1,5 миллиарда тенге мы реализуем 5 пилотных проектов в 5 регионах Казахстана. Это Кызылординская, Мангистауская, Актюбинская, Алматинская и Костанайской области. На те 1,5 миллиарда, которые мы привлекли от спонсоров, также здесь нам помогли акиматы этих областей и тоже выделили где-то около 1,5 миллиарда тенге. И в отличие от тех микрокредитов, которые выдаются по программе занятости, у нас потолок составляет 16 миллионов тенге. Ну, вы знаете, если по программе занятости это 3 миллиона, у нас 16. Те же самые, по сути, 7% годовых. Но есть одно как бы принципиальное отличие. Вот мы знаем, что по программе занятости это очень действенный инструмент. И это, наверное, единственные деньги, которые сейчас доходят до села по программе занятости. Потому что, вы знаете, банки второго уровня на село идти не хотят. Никакие другие финансовые институты туда идти не хотят, потому что считают, что там бизнес очень высокорисковый. И второе, что очень важно, они считают, что то залоговое имущество, которое есть на селе, оно абсолютно неликвидное. Поэтому банки с селом практически не работают. Единственный инструмент – это вот микрокредитование по программе занятости, но там тоже есть определенная часть населения, которая не может эти микрокредиты получить, потому что в любом случае вот фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, через который реализуются эти микрокредитования, у них тоже есть требования по залоговому имуществу. Если у вас, например, залогового имущества вообще нет, или оно низколиквидное, допустим, где-то есть саманные дома там в селах, есть какие-то земельные участки, то даже по программе занятости вы не сможете эти деньги получить. Вот для того, чтобы теперь эту проблематику решить, мы как раз-таки запустили свою программу, да, в которой мы принимаем абсолютно любые залоги, и стоимость этого залогового имущества для нас она не важна. Мы в первую очередь смотрим на поручительство, которое дает местное предпринимательское сообщество в этом селе. То есть в каждом районном центре у нас есть районные советы предпринимателей, они говорят, да, мы, условно говоря, ну, такого-то человека знаем, мы знаем, что он может это сделать, ну, условно говоря, там, он эти деньги не пропьет, не прогуляет, он на эти деньги сможет сделать бизнес, и мы за него поручаемся. И в этом случае мы практически беспрепятственно эти деньги даем. Теперь вот сегодня тоже на заседании правительства мы поднимали вопрос о том, чтобы часть средств по программе занятости, может быть, направить через наши созданные инструменты, через наши микрофинансовые организации, и, конечно же, увеличить потолок этих микрокредитов с 3 до 16 миллионов тенге. Спасибо. Я благодарю, Нуржан Баржанович. Пожалуйста, вопрос. Еще один уточняющий вопрос. Вот по контролю исполнения бюджета на местах, в чем именно было ограничено полномочия министерства, о котором Дарига Нурсултановна говорила? Я, наверное, еще раз повторюсь. Вопрос говорилось о том, что, вот, например, у нас есть первое направление дорожной карты занятости, где производится ремонт школ, объектов социальной инфраструктуры и так далее. И вот вопрос стоял проверки качества этого ремонта. То есть проверить, насколько правильно, качественно отремонтировали. Естественно, Министерство здравоохранения, у нас такой компетенции нет, и пойти проверить ее качество. Вопрос был об этом. Спасибо. Будут ли еще вопросы? Если вопросов больше нет, я благодарю вас за участие, а также поздравляю вас с праздником, желаю профессионального карьерного роста и больших достижений. На этом завершаем. До скорого.